Здесь такая история, как один раньше было развито такой вид воровства, как у мертвых выкапывали и их саван воровали. Это материал дорогой вещь была раньше. И один такой человек, который воровал постоянно материалы у мертвых людей, он спросил, уже таубу сделал, покаялся он перед Абу Язид Бастами спросил, ты столько могилы копал, сколько, что ты, что-нибудь видел такое необычное? Он говорит, да, у Абу Язид, я вырыл, говорит, тысячи могил я выкопал, и только два человека я нашел, обращенные в сторону кибли. Мы знаем, человек, когда умирает, дорогие братья, его кладут в сторону кибли, всех без исключения. Я, говорит, выкопал тысячи могил, и только двоих людей я нашел обращенным в сторону кибли. Тогда Абу Язид Бастами Кудисру сказал, Масакин, это, о, мискини, говорит, уляика тухмату риски хаввалят вуджухахум анил кибля. Это ихнее недоверие к Аллаху по отношению риски, ихние лица повернул Аллах от кибли, говорит. За то, что они сомневались, то, что Аллах риски дает. Муса алейхиссалам, Аллаху Тааля, когда Муса алейхиссалам сказал идти призывать фараона, в это время у него в сердце пришла мысль, а как насчет семьи? Что же делать с семьей? Тогда Аллаху Тааля ему вахью не спосылает и говорит, вот это камень, который там находился, камень, ты бей, говорит, поэтому своей тростью бей по этому камню. Камень раскололся, там внутри еще один камень был, еще бей. Ударил, и там еще камень был. После третьего камня, когда он ударил, он увидел там внутри червяка, который в руках что-то, во рту что-то жует, и слышит, как она что-то шепчет. Он услышал, что вот этот червяк, Аллаху Тааля дал ему знать, «Субхана ман ярани, причист Аллах, который видит меня, ва ясмау калями, который слышит мою речь». وَيَعْرِفُ مَكَانِي и знает мое место, وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي вспоминает меня и не забывает меня. Я находясь, говорит о Муса, в таком вот, в камне, в таких местах, Аллах меня не забывает. Неужели ты думаешь, что Аллах их не накормит в таком обширном мире, в дунья ли живя? Поэтому, дорогие братья, Аллаху Та'аля в Куране говорит, обратите внимание, Аллаху Та'аля наше сотворение связал с ризкой. Аллах сказал в Куране, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, халякуакум сумма разакуакум». Аллах сотворил вас, затем дал вам пропитание ризкой. Сотворил и дал пропитание, они взаимосвязаны. Раз мы, как один человек сказал, раз Аллах дал язык, рот и зубы, значит, раз Он это создал, значит, создал то, что туда ставить тоже, что живот тоже создал. Поэтому, дорогие братья, мы должны понимать, что мы свой риск сполна получим, и человек не умрет, пока тот риск, который Аллах ему предопределил, пока он не покушает.